Всем здорово, народ, с вами Вова, и сегодня мы будем играть в Evil Moms The Broken Mask. Я в сообществе дал голосование, и большинство хочет, чтобы я заснял эту игру. Так вот, новая рубрика начинается перед глазами у вас. Там запись идет. Давайте. Блин, эта менюшка такая угарная, господи. Мелодия тут просто охуенная, вашу мать, твою мать. Извиняюсь, если я кого-то бил сюда. Ну что ж, графику я поставил на ультру, если что. Максимальную графику. Мелодия крутая. Ну что ж, давайте начинаем. Монтаж тут будет почти отсутствовать, давайте. Вообразим все, давай по ссылкам. Так, что заключает история? Мы записались в летний лагерь. Вот, поехали, все такое. Едем по ультра-шоссе, не знаю куда. За пределы города, все такое. Чувство объединено, как вы считаете, мультфильм сюда. Монахиня за рулем, конечно, а кто еще может водить, вы считаете? Это же хоррор игра. Приехали. Ну, сейчас начинается. Какую мрач приехать. Вообще больная. Это еще кто? Слишком рано вы сейчас сделали такой звук. И как там? Короче, слишком рано. Версия может быть 1.4, пофиксит это. Не знаю. Ну, интро удивило. И вот. Ну, просто охуеть можно. Да. Черный экран слишком потом. Поплейтим всем, и все будет хорошо. Знаете, школы, козла я, моя сестра Мэдалин, Лин, вообще, и ничего не спил. Бискат Уллина. Уже много, блин, уже многих облиги, и все такое. Извиняюсь. Если... И какая сложность? Так. Призрак, да. Тут можно менять сложность, но это не надо. Так. Графика и видео. Высокое все. Ну-ка. Вот высокое, да. Давай. Смотрите, можно вот так вот посмотреть, да. Ну, смотрите, вот что тут лаги на большой графике, поэтому это не нужно. Поэтому я оставлю все на высокую. Да, давайте вернем высокую. Сохранить, да. Вот, пожалуйста, высокая графика и FPS нормально, так, да. Так, короче, я вот вкратце могу сказать, я видел очень немножко об этой игре, но я не знаю. Полнотайнов и секретов, понятно. Надо будет знать. А будет знать, что тут эта сестра недоделанная что-то скрывает. Привет, охранитель. А куда его? Ой, а куда предохранитель? О. Нет электричества. But I, the voice of Thanksgiving, will sacrifice to you.
Короче, очень страшно, да. Они при... Сколько? 250 вольт вообще, один предохранительный. Костя, это сколько электричества надо? Да, еще два надо идти где-то, не знаю. Не знаю, куда они, где не лазят, но все равно должны идти. Так. Еще один предохранитель. Остался еще один последний, так. Второй есть. И еще один остался. Только, блин, я не знаю, где он может быть. Милорд. Ой-ой-ой, монаха. И стыда ты? Ладно. Не знаю, или монтаж это будет, я не знаю, вообще, короче, я не решил, так только. Это. Так, тап. Блин, вот список заданий по этому. Так. Сестра модельная вся такая. Где предохранитель, лё? Еще сбежать из этого проклятого места. Издевайтесь. Ладно, давайте пойдемте на первый этаж, уже там есть еще места. Вернитесь позже для новых подсказок. Что это может значить? Ё-моё. Господи, что это за бардак тут? И как надо додуматься до такого? Чуть какой-то веревка вообще. Какое реалистичное вообще. Вот я не. Вот я честно могу сказать, я не люблю. Лёшь, это такие игры, вообще, где минимальная графика и звуки там, вот такие. Ну, это реально, правда, ну, эта игра-то реалистичная, но тут вообще такие звуки, как будто можно обосраться, сука, если так можно сказать. Этого. То есть. Так, все. Все, одно задание мы выполнили. Так, через моб. Так, найти. Когда пройдете моб, следуйте свой совету на картинке, которая находится в комнате у главного входа в школы. Тебе понадобится длинный предмет. Швабру или что? Или лом? Боже, как ты... Надо сбегать отсюда. А это будет сложно. Я это понимаю. Фонтан, сука. Да блин, если бы у меня была бы такая хата, я не знаю, я бы тут нанял бы охраны, что вообще кот бы даже не залез, если так можно сказать. Так, еще одна часть школы. Туалет я не буду сходить. Мы ничего не видели. Это я как понимаю, да. Сцена. Тут всякие учителя сидят, дальше там бы с вожатой сюда. А? Коробка.
Да. Ну, только, да, лом тоже нужен, да, понимаю. Погоду швабра и лом. В области все. Это добья отсылка, вообще, неплохо. Добья отсылку тут сделали, хорошо. Живите. Вентиляция. А где все предметы, алё? Давайте все тут обпишем. Ага. Прятаться. Это что, первая версия бета, вот что, Монолиса или что? Вот, да, вот сюда. А! Вот оно что, она пальцем показывает, куда. Важно, что не факт показывает, а то было бы жестоко. Она что, длинная. Блин, вот эта мелодия, которая тут вообще офигенная просто. Да, сейчас не слышу, но сейчас это будет где-то играть. Я-то ее слышу. Не знаю, если не слышно, не знаю вообще. Напишите в комментариях, потому что я еще не решил, вот. Посмотрим еще, как выйдет. Будет слышно музыку или нет? Потому что если вы будет слышать, напишите в комментах, я потом дострою все такое после этого видео. И нормально будет все слышно. Так что тут? Класс рисования. Ничего нет. Полный офис. Петла. Я тут нет. Так, давайте туда идем. Оказалось, что тут какая-то надпись была. Мелодия. Вообще, вообще-то 13 вообще тоже не. Я записываю это видео, чтобы вы понимали, в пол первого ночи, и мне критично страшно после этого идти спать, большая. Так, нахи. Делаем. Доставай. Слишком много шума было. Блин, реально была как реально жизнь такое. Да. Так, два пройдено, осталось последнее. Коробка с печеньем. Должно быть, в ней лежит что-то важное. Руками ее не открыть. Возьми. Возможно, если сбросить ее с высоты. Это та коробка, которую я, походу, сейчас буду открывать, мне кажется. Про нее нам делают лекцию.
Так и все. Так. Давайте-ка поедем на крышу. Давайте. Нифига себе. Почему я так далеко от города, алё? О, видите, вон там, вдалеке. Я на монтаже сейчас приближаю такое. Это, короче, отсылка на мороженчика, вот там. Четвёртая часть там, больше была. Горах все такое. А ничего то, что тут дикие звери водятся? Потому что опасность есть высокая. Или вас это не колышет? А там еще какие-то дома. Это, походу, тоже отсылка на какой-то фильм еще. Ман тут, твою мать. Аккуратно, аккуратно. Главное не пасть. Главное не пасть вниз, а то я умру и все. Крытык-пурдых. Она открылась. А теперь сейчас спускаемся. Медленно, быстро. Как получится, да. Так, я надеюсь, что все под контролем. Как эта доска выдерживает вес вообще 15-летнего человека, я не понимаю. Я вообще не могу понять. Да. Осталось найти камин. Где он? Где этот камин? Ну-ка. Сбежать я тут хочу отсюда. Подвал, ну-ка. Что же это будет? Ну да, печь, надо же идет двигатель.
Мах, вот ты собака сутулая. Ключ от главной двери. Да. Фух, наконец-то можем сдвигать, давайте. Не туда. Неужели мы это сделали? Я мне не верится даже. У меня мурашки по коже пошли. Нифига себе. Вы обалдели, монаха. Есть, мы сбежали, ребят. Наконец-то. Так, это что? А, сестра Аманда, та, знаете, вот эта монахиня, которая вышла, пусть обводит одежду, да и что там? Да-да, одежда и униформу. Да, вот в чем суть, я понял. Форма, одежда, 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 одежда. Ну, и в области школы доступны, да. Рука, я понял. Так, я призрак. И так, первые шаги. Достигните моста. Это выполнено. И через главную дверь принта. Это как можно додуматься до такого? Вы, Кеплерианс. О, господи, господи. Господи, господь ты мой. Не, я все, ну что, все, пора заканчивать, вы что, я, потому что уже сделал все. Охуенная мелодия, согласитесь, да? Так, ребят, и... А все, я думаю, что на этом пора заканчивать, что... Я ожидал бороться выйти, да, я не ожидал, что такая будет хоррор-игра, все такое. Вот сейчас кошмары, вот что этой ночью. Я не видел, вот что вы сами проголосовали, вот что в своем сообществе. Ну что ж, давайте, всем пока. До встречи на следующем видео, завтра. Давайте, всем пока.